выбрасывается мяч. Александр Юревич далеко в штрафную. И Герман Смолин! Вот посмотрите, что произошло. Вот это ошибка. Ой-ой-ой, вот это ошибка. Действительно, такое редко увидишь. И что же происходит? Это интересно и, наверное, не знаю, на кого будет записан этот мяч, но, судя по всему, это автогол. Неоднократно наблюдая и до сих пор продолжаю наблюдать за тем, как Сергей Владимирович ведет себя в очерченной рядом со скамейкой зоне. И смотрите, что происходит. Это же второй мяч. Это опять ошибка Германа Малинша. Это успех Шахтера и его день. Еще и полуфиналисты собираются выиграть этот трофей. Давайте смотреть повтор. Вот так вот оставляют мяч Волосько Герману Малиншу. Ну а то, что делает, это вообще невообразимо. А вот сейчас, если внимательно посмотреть, смотрим. И, конечно же, здесь просто спалили, как в таких случаях говорят, своего голкипера полевые игроки Батэ. В начале передача Младеновича непонятно...